Условие, когда InfoPass выполняет проверку ошибок. Перед вами таблица, и в ней описаны различные типы ошибок, которые могут появиться в области задач проверка макета в случае возникновения этих ошибок в шаблоне формы. Наиболее частая ошибка – это совместимость с обозревателем. Ошибки совместимости с обозревателем часто возникают при изменении обычного шаблона формы InfoPass на шаблон формы, совместимый с обозревателем. Предположим, что пользователи заполняют форму страховой заявки в InfoPass, и им необходимо, чтобы они могли заполнить форму, эту же форму, в обозревателе. В этом случае нужно изменить параметры совместимости для шаблона формы. Оптимизация обозревателя. Проблемы оптимизации обозревателя могут возникнуть при установке флажка «Проверить на сервере» в области задач «Проверка макета». Сообщения и ошибки о оптимизации создаются сервером и могут помочь при выборе решений для улучшения функционирования формы в обозревателе. Шаблоны форм InfoPass 2007, которые работают также в InfoPass 2003, называются шаблонами форм обратной совместимости. Проблема обратной совместимости возникает при добавлении элемента управления или средства к шаблону формы, который не работает в InfoPass 2003. Проблемы импорта могут возникнуть, когда выполняется импорт формы из одного приложения, например, Word, в InfoPass, и InfoPass выполняет попытку импортировать неподдерживаемое им средство. Например, InfoPass не поддерживает закладки и анимированные эффекты, поэтому эти средства удаляются из конечного шаблона формы. Совместимость при работе в автономном режиме. Проблемы могут возникнуть и при осуществлении доступа к форме для работы с ней в автономном режиме. Такие проблемы обычно связаны с источником данных, к которым подключены наши информационные поля и которые относятся к запросам, базам данных или другим источникам. Проблема – часть шаблона. Если шаблон содержит часть шаблона, а часть шаблона – это часть формы, которую можно сохранить для повторного использования в нескольких шаблонах форм. Обычно часть шаблона состоит из элементов управления и источника данных и может содержать такие функции, как подключение данных, средства проверки данных и правила. Проблема привязки данных. Привязка – это подключение элемента управления к полю или группе в источнике данных для сохранения данных, введенных в элемент управления. Когда элемент управления является свободным, то есть неприсоединенным, он не привязан к полю, и введенные в этот элемент данные не сохраняются. То есть мы имеем нарушение отношений между элементом управления в шаблоне и соответствующим ему полем в источнике данных. Это и есть условие, когда InfoPass выполняет проверку ошибок.